Здравствуйте, дорогие друзья. Вернемся к началу нашего праздника. Три вещи запретили греки еврейскому народу. Соблюдать шаббат, освящать новый месяц и делать обрезание. А чего они привязались именно к этому? Греки рассуждали очень просто. Надо бить там, где очень вот связь живая. А суббота — это заповедь о сотворении мира и о том, что он был создан Творцом. И о том, что только ему, благодаря ему, продолжает существование мира. Освящение месяца напоминает, что само время по себе не имеет смысла. Оно приобретает значение в зависимости от того, чем мы наполняем его и какие действия делаем. Кроме того, праздники мы не можем еврейские считать без календаря. Обрезание символизирует то, что человек не рождается полностью совершенным, и надо работать над собой, окружающим миром. Обрезание символизирует связь человека с Творцом. И вот когда все это запретили, поднялось вот восстание. Восстание религиозное, восстание фанатиков. И все, кто праздник Хануку празднует, должны это знать. Это восстание против греков. А теперь о том, как Бог посмеялся над ними. В праздник Хануку мы встречаемся с тремя вещами, на которые греки запретили, старались наложить запрет. Первое. В течение праздника Ханука мы обязательно встречаемся хотя бы с одной субботой. Второе. В середине праздника Хануки мы встречаемся с новомесячем месяца Тевет, сегодня вечером. И третье. Сам праздник продолжается 8 дней. Это число намекает на 8-й день, когда делают обрезание. Так вот, каждый, кто думает, что он умнее Бога, вот примерно этим и заканчивает. Одна из особенностей праздника Ханука – это его разбросанность во времени. Начавшись в последний вот осенний месяц, он продолжается в самое-самое зарождение зимы. Сегодня вечером мы зажигаем шестую свечу, это шестой день Хануки, новомесячье месяца Тевет. Тевет, астрология говорит, что месяцем Тевет управляет знак Козерога. Но на самом деле зодиак Тевета в еврейской астрологии называется козленок, гди. Числовое значение, гематрия слова «гди», совпадает с гематрией слова «добро». Отсюда и название месяца, Тевет, от Тов. Поэтому те, кто говорят, что месяц предопределенно негативный, они ошибаются. Добро может быть невидимым, непонятным, но оно не может быть негативным. Вот. Никого не слушайте, настраивайтесь на позитивный месяц, и так и будет. Вернемся к Хануке. Тьма Греции в каждом поколении обновлялась и сгущалась. И сейчас это все продолжается. И мы последнее поколение перед приходом Машеха пытаемся сталкиваться с максимальной темнотой, с максимальной непрозрачностью. Так вот, вдумайтесь, тьма – это непрозрачность. Тут есть о чем подумать. Иногда мы просто не видим всех чудес, которые творит Творец и совершает для каждого из нас. Еще одна маленькая тайна. Сегодня день тайн. Мнение Рова из Гмары. Дабы зажечь свечу Хануки, необходимо что? Согнуться. Но чтобы исполнить мицву Хануки, следует оставить ее гореть. То есть надо разогнуться и даже выпрямиться. И так мудрецы сказали. Выпрямись, и тебя ждет чудо. Подумаем. Еще к одной тайне давайте успеем. Скажите, вас никогда не смущало, назвал Иосиф первенца своего Менаше, так как дал всесильный забыть все мои тяготы и весь дом моего отца. Получается как-то странно, что имя первенца Иосифа, это как бы гимн бессердечности семьи Якова. Как-то странно, невозможно. И вот Рав Шимон Гирш говорил, что у глагола «нашини», который обычно переводит слово «забвение», что «дал забыть», есть еще одно значение – дача в залог. Вот на шее это взаимодавец. И тогда смысл фразы будет совсем другой. Все тяготы моей жизни и все утраченное мной в доме отца сделал Всевышний залогом. Все пережитые мной внуки, траты стали причиной моего счастья, причиной исполнения через меня замысла создать. Таким образом, точный перевод этой фразы звучит так. И назвал Иосиф первенца Менаше, так как сделал залогом Всевышний все трудности и весь дом моего отца. Таким образом, человек, происходя через испытания, преодолевая невзгоды, выполняет свое главное предназначение. Он выполняет то, что Творец сказал, что должен делать он в этом мире. Он исполнитель воли Творца. Понимает он или не понимает? А значит, партнер. Так что не все так плохо. Мы партнеры Всевышнего. Перед нами уникальный шаббат. Написано в Кабале, что в шаббат, в котором достают три Торы из Арон Кодеша, является уникальным. У нас достают недельная глава, один Рош Кодеш и один Ханука. Написано, что в тот момент, Кабала говорит, что когда человек приходит в синагогу, открывается Арон Кодеш, из него достают три Торы, в этот момент у неба можно получить абсолютно все. Вот это как раз тот случай, просите и получите.
Поэтому сегодня, даже если у нас нет возможности у кого-то пойти в синагогу, у него есть возможность сегодня, в то время, когда это делается в синагоге, примерно попытаться тоже помолиться. Но лучше сегодня увидеть Арон Кодыш, увидеть три Торы, и все может быть. Любая сказка возможна. Брахава Ацлаха, Ханука Самеах, Ходештов. Всего самого-самого лучшего. Удачного шаббата и вкусного.